Мир вам! Продолжаем рабочий метод. Мы вновь на монтаже, как говорил один электрик. Так, сегодня у нас надо собраться обязательно силами вот этот короб монтировать. Все откладываем, это потому что у нас эту комнату надо под натяжку приготовить. Так, в санузле у нас остался короб. Все практически наклеено. Короб наверху врезочки сделать. То есть еще день, наверное, полтора, может быть. Ну и багеты. Работа с багетами — это самое щепетильное, кропотливое. По 8 часов на стремянке стоящая работа. Так что смотрим. Сегодня будем разговаривать о нашей культуре,
поведение на объекте, потому что объект же это как бы чужая собственность, куда мы приходим. Там, как бы нам доверяют, и вот как мы используем это доверие порой. Ну, самый распространенный, начну с этого, то, что как мы приходим на работу. Приходим мы на работу, как правило, должны приходить, как правило, с утра. То есть не начинать работу в 8 часов. Значит, надо прийти где-то в 7.30, 7.40, чтобы переодеться, поболтать немножко о делах семейных. И потом в 8 часов начинать работать. Работай, работай, не переживай, меня слышат. Но наши люди, если в 10 к 11 подтянутся, это хорошо порой. И очень часто распространено это. Но если ты пришел первый на работу, и заказчик после пришел, то ты всегда будешь на коне. А если заказчик пришел первый, и ты пришел после него, то ты уже тем самым себя уже принизил. Уже себя в неудобное положение поставил. Поэтому старайтесь приходить пораньше. Это очень хорошо повлияет на вашу репутацию в будущем. Или еще бывает то, что берем два или три стула, то есть еще какие-то объекты. Вроде взяли объект, уже аванс взяли, все. А тут раз еще подвернулся, тоже такой хорошенький, сладенький. Сладенький мне, вот повторяю, это помогают вам. Подсказывают слова, да, сладенький. И тут начинается, и тут охота, и тут охота, и тут надо. И по два часа тут, по два часа там. В итоге нигде ничего толком не делается. Начинается нервоз, устаешь, естественно. Толку очень мало из этого. И поэтому пусть не обижаются обычно старые заказчики, которые звонят. Заняты, заняты. Ну а дайте вот тут небольшое, вроде что-то есть, это самое. Пусть не обижаются то, что мы не идем, мы не пойдем. Потому что им приятно было бы, если мы у них работали, поставили бы срок и куда-то бегать бы начали. Вряд ли бы им стало это приятно. Так, еще об одной вещи хочу поговорить, когда на объекте вот бригада большая, много людей. Сейчас телефоны, это такая бич, я бы сказал, это бич, это телефоны. И могут пол рабочего дня проболтать по телефону. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, нужно, не нужно, смотрят, чуть пикнул уже, несут и смотри, прячешь немножко даже от того, кто работает. И так в течение дня оно набирается. А люди же все это видят, чувствуют, конечно, неприятно, начинается потом. Мне иногда кажется, что вот они с кем разговаривают, если там с женой он разговаривает, что они не видятся с ней вечером. Видимо, как-то вот только по телефону они видят, такие вещи говорят, о которых можно просто вечером посидеть, поболтать сколько угодно. То есть я не то, что послушаю, но куда ты тут денешься в маленьком пространстве, все равно это все слышишь. Ну и такое самое простейшее, это как гигиена наша. Порой мы чаю попьем или там что-то такое, свинарник разводим. После себя там вот это как бы, потому что тоже смотрят, и заказчик смотрит. Да и самим неприятно, когда вот это все, вот этот от чая, вот эта заварка везде разлита, везде стоит чай, пьет уже раз на этот, хлоп на подоконник. Или хлоп на уже готовое что-то самое, вот это пятно, которое ничем уже не отметить. Или в санузел, когда еще даже люди там живут, сходит, как говорится, и потом так слегка смоется, не совсем, как говорится. Да, короче, надо за собой порядок, чтобы не было бардака. Вот тоже распространенная такая вещь. В раш выходят там или еще что-нибудь, его там пьют или чай, или просто что-то пьют. Хлоп, и все вот это на стены. Очень распространенная тоже бывает такая тема.
Ну вот, в принципе, такие основные эти я сказал. Так-то много, конечно, всего. Но вот это, мне кажется, основное. Вот и закончили практически отклейку плитки. Осталась одна вот плиточка. Ну и все. Скоро будем затирать. Скоро будем затирать. Все, друзья. Скоро увидимся.